Итак, здоровенький булы, сегодня будет смотр McLaren P1 в NFS Rivals. Че, я зря что ли проходил эту игру полностью? Вот. Вначале расскажу про проблему, которая написана в заголовке данного видео. Это то, что не определяется клавиатура. Короче, на клавиатуру жмешь и нихуя не работает. Сам проебался с этой проблемой дохуя. И, по-моему, в прошлый раз, когда я... когда-то много лет назад запускал эту игру, по-моему, тоже такая была проблема, но я не помню, когда я решил, это давно очень было. Как же я решил в этот раз? Я заебался пиздец, я перепробовал все советы. Ну, сложно сказать, помогли ли мне советы, частично, может быть. Что же я сделал? Честно говоря, полную последовательность не знаю, поэтому я вам примерно скажу, а вы уж там решите, так сказать. Короче... логика такая, он не определяет, короче, клавиатуру, потому что вы в какой-то момент подключили джойстик или какой-нибудь геймпад или какую-то хуйню, и потом его отключили, и он, эта игра ебучая, да, она не понимает, и она думает, что джойстик подключен, а когда джойстик подключен, он не реагирует на клавиатуру, вот и вся логика. Что же я сделал в соответствии с этой логикой? У меня джойстик, по-моему, был, я, во-первых, отключил геймпад, у меня тут какой-то есть... его я отключил. Не помню, это помогло или нет, на всякий случай отключил. И джойстик у меня точно был отключен. Я его отключил. Но потом я его опять включил, зашел в игру, и с джойстика стала работать игра. Правда, там клавиши как-то поебанутым были, но частично стали работать. И потом я отключил джойстик и опять перезапустил игру, поняли, да? И клава стала работать, по-моему, я так сделал. Но может быть еще я сделал, удалил settings папку. Это... C User Documents Ghost, как тут эта фирма называется, Ghost, что-то это, и там Need for Speed Rivals, там папка Settings. Но сейв, там вначале сохраните обязательно эту папку, там сейвы лежат. Если вы сейвы удалите, то будете плакать. Я вначале удалил, и думаю, нихуя себе, сначала я проходил там эту игру, блядь, 2 года нахуй. Но я догадался, я сверхразумист, сверхумный человек, слава богу, как-то удалил один раз. Короче, я зашел в корзину, они там были, я восстановил. Чисто повезло, я охуел, потому что она сначала начала. Ни в каком облаке это нихуя не сохранялось, хоть он и пишет синхронизацию с облаком, но я с облаком поставил и все с нуля, блядь. И чисто вот этот сейф поставил. Короче, вначале эту папку settings сохраните, блядь. Ну все, поняли, да, вот так вот лечится эта хуйня. То есть потыкайте джойстики, включите, отключите, с джойстиком вначале попробуйте, заработает. Вот. Settings попробуйте удалить, но сейвы обязательно сохраните. Короче, а теперь возвращаемся к игре. Я уже делал на Ferrari обзор на эту игру. Как-то уже чуть ли не год, наверное, назад или больше даже. Блять, ебаные здесь тачки, копы зовут. Ты видишь, я ничего даже не нарушил, они... Это ебанутая абсолютно игра в этом плане. А здесь самые копы ебанутые, от них практически нельзя уехать, по крайней мере, на какой-то сложности. Ну, то, что сложности, вот сколько у меня сейчас звезд, я даже понять не могу. У меня звезды. Еще не понимаю. Где звезды-то отображаются? Звезд даже нет. Короче, от них ты тут хуй сбежишь, блядь. Самое простое — это в убежище ёбнуть. Блядь, я забыл, здесь были вроде звезды. Сначала убежище, да, ты вот в убежище заезжаешь. И все, и прячешься там. Ебанутая абсолютно игра, блядь. Ну, ничего не поделать. Короче, какие плюсы от игры и минусы, да? Особых плюсов нету, блядь. Бля, как войти в ебаное убежище? Во, эйджап, блядь. Вот, все, с полицией просто заезжаешь и все. Короче, блядь. Ну, в этой игре нет города, да. Ну, там какой-то мини-городок есть, типа деревеньки, но это не город. По графике это 14-й год. Для 14-го года было неплохо. Я помню, когда я обзор сделал, мне понравилось. Но мне не понравилось, потому что был 30 FPS. Потому что 60 FPS в данной игре делается через хитрость. Там надо, короче, блядь, в ярлыке какую-то хуйню прописать, загуглить, и будет 60 FPS. Потому что на 30 FPS это вообще не играет. Я не знаю, раньше, давным-давно считалось, что 30 FPS это нормально. Ну, давно, там, 15 лет назад, нахуй. Я сам играл, 30 FPS это было хорошо, блядь. Вот, сейчас 30 FPS ты вообще смотреть не можешь, поэтому только 60. Ну, тут нету анлочить, тут либо 30, либо 60, тут 60 заанлочено. Короче, блядь. Графика для 14 года весьма пиздатая, мне там понравилось. Единственное, что здесь гамма желтоватая, я тоже, по-моему, на это обратил внимание. Плюс какие-то листья падают, как перхоть, это меня тоже заебывает. Вот,
пиздатые здесь, конечно, вот что мне нравится, это вот эта аркадная физика NFS-овская. Вот то, что я вот прошлое видео сделал на Форцу, да, и что я сказал, что там все пиздато, все охуенно, но физика топорная. Не совсем плохая, но топорная. Здесь же вот этого нет. Здесь, да, аркада, но там все равно тоже аркада. Вот. Но здесь она такая приятная, здесь ты драйв получаешь, здесь ты летаешь с большой скоростью драйв. А там же ты как будто на топоре, блядь, едешь на утюге каком-то, который нихуя не поворачивает, блядь. Вот, и там кайфа никакого от езды нету. Там кайф от графики, она лучше, потому что, во-первых, там гамма более реалистичная. А вообще графон, наверное, получше. Все-таки GTA 16 года, это даже может 13 года. Вот. Такой тут асфальтик, раньше любил текстуры асфальта смотреть, неплохие, мне очень понравились. В предыдущих частях там, по-моему, все стрёмно было. Вот, короче, блядь, короче. Ну вот это чуть ли не самая быстрая тачка в этой игре, может даже самая быстрая. Здесь нету, блядь, этих, о, кстати, пропеллеров в жопе, смотрите, слева и справа, они не крутятся. А здесь нету тюнинга никакого, бля, в этой игре чисто катаешься, вот эта перхоть падает, которая меня бесила, и плюс желтая гамма. Это все минусы, но все равно графика на 13 год была хороша. Вот, приятный набор машин. Тюнинга нету. Блять, вот падла, что за хуйня? Почему вообще? Тюнинга нету. А, тачки не покупаешь за деньги просто. А, не, да, тут очки ебучие. Не деньги, а очки, в принципе. Ну, очки, можно сказать, как деньги. Ну, короче, хуйня. Чисто покататься, чисто, блядь, видите, она вот что вылетела. Чисто покататься и все. Ну, в принципе, игра приятная. Я ее все-таки прошел. Блядь, не разорван, что за говно ебаное. Ебаный шок, блядь. Покатался, блядь, обзор решил сделать. Сейчас опять напишешь, блять, я уже чувствую жопу, что он так сейчас напишет, уебище. Топорыла игра, блядь, чё разорван, ты чё охуел, дур, что ли? Я хуею с этой дуры. Так, надо интернет проверить, блядь. Тут альтап нельзя, я через эту хуйню делаю здесь. Так, интернет, блядь. Не знаю, по-моему, интернет нету, блядь. Да, интернет, походу, нет. А не, да, походу интернет нет, прикольно. Здесь главное за обзор записать. Так, ладно, короче, блядь. Вот это пиздато вот. Вот. Графон все-таки достаточно пиздатый, особенно тачки. Тачки здесь пиздатые весьма. О, смотрите, какие тачки, да, липота вообще. Вот, ну вот бешеные ебаные полицейские, от которых невозможно уехать, блядь. Вообще какие-то ебанутые. Вот, ну короче, драйвовая игра. Маленькая карта, маленькая. Вот такие вот, блядь, поворотики ебучие в основном. Есть большие трассы, но не особо прямые. Но прямые, ну есть такие. Можно сейчас вот туда поедем, да, вот где-то. Давайте откроем карту, попытаемся открыть карту. Так, а что еще такое, блядь? Так, где здесь какая-нибудь, блядь? Ну вот где-нибудь вот тут, вот, например. Как тут можно вообще? Можно, блядь. Ладно, так вот, поедем вот так вот. Короче, есть широкие трассы, в отличие от Форцы, да, где я сказал, в основном узкая пизденка, блин, и... Нихуя нет. Здесь. Ну здесь тоже в основном, кстати, все узкое, хотя даже вот здесь 4 полосы. Но есть все-таки широкие нормальные трассы, где можно хорошенечко прокатиться. Но в целом карта весьма и весьма узенькая, маленькая, как бы, этой игры. Вот, игра, в общем-то, средненькая, по сути. Графон, да, приятный, но вот я сказал, ни тюнинга нету, ни. Да нихуя тут нету, блядь, ни карты большой. Гамма в третий раз, повторяю, желтый. То есть игра средненькая. Но я все-таки ее прошел, потому что у меня есть традиция проходить все NFS. Я даже Pro Street, который мне вообще пизда как не нравился, даже его прошел. А, вот шифты я не прошел, единственные игры. Ну, Payback, понятно, не прошел, но это типа как новое. Вот, шифты не прошел, потому что это вообще не нетвоспитка, это хуйня, блядь. Ну, как бы там были свои приколы, графон неплохой, но это не нетвоспит, это вообще какое-то говно, блядь. Вот, а остальные непосредственно всегда походил, это у меня как традиция хорошая. Вот, ну, вот видите, вот чё вот я ехал, блядь, чё они меня? Ну, типа я превысил 100 в час, что ли? А тех нельзя будет уехать, блядь, уже известно, блядь, только в убежище ебаный заехать. Ну, ладно, поехали.
на скорости. Вот, но тут вот так гоняешь, да, вот она валит, можно шифтануть, как бы, ну, типа обзор тачки же. Не зря я эту игру, я же эту игру на стримах проходил, блядь, год или два, то вот помните, да? Ну, сейчас уже, наверное, забыть, то, что уже относительно давно был, но я прошел ее прям полностью, да, ломаю у меня полностью, но это было пизда, было, как я 16-й проходил, я его тоже прошел, 15-й, 16-й Need for Speed, я его тоже прошел. Ну тоже пизда, как долго проходил. Сейчас вот Форцу, не знаю, Форцу ее можно пройти, нельзя, ну пока что играю. Ну я в нее не так много еще играл, ну как уже более-менее прилично, но не прям много. Вот, Форцу сейчас буду ебать. Потом Payback, но сейчас уже новый Need for Speed выходит. Короче, Форцу 4, короче, бля, хуй знает. Ну, я чисто, блядь, ебаный типостос. Пробил шину, нахуй, блядь, сука. Заговорился, я в принципе видел и тупанул, потому что нельзя в два потока. В одним потоком я говорил, вторым ехал. Короче, блять, я играю вот в эти Need for Speed, чисто ловлю кайф, да, как бы. Никакого тут нету, что обязательно надо пройти. Да, я прохожу, такая у меня традиция, потому что я люблю тачки, люблю игры. Кто-то сейчас скажет, ну, Эдварда Билла, ну, гелик АМЖ в реале купил, а ты в игры играешь. Ну, и у каждого свои возможности, кто-то гелики покупает, кто-то что-то. Тем более, это единичные случаи, так нельзя ориентироваться. Есть Литвин, у него тоже тачка пизда, а это, по сути, блять, опять эти. По сути, единичные, блядь, случаи, поэтому глупо так говорить. От любому так можно подойти на улицу, сказать, эй, ты, ну, там Эдвард Билл гелик купил, а ты лёгкий. Вот, ну повезло парню, в принципе. Блять, вот что за ебаная игра, да? Вот я, блядь, презираю эту игру за эти ебучие. Вот Форца нету вообще, по-моему, ментов, блядь, я их вообще не помню. Помню, вот пиздатый была Need for Speed Most Wanted 2, которая в 5-м или 6-м году вышла. Так она, ебать, там легко можно было уехать, там тяжело было только от 5 или 6 звезд уехать, и то можно было. В этой хуйне нихуя невозможно, блядь. Вот она ебошит и все. Причем они на тебя агрятся вообще. Ты, там, по-моему, они на тебя агрятся, даже если ты чуть ли не стоишь, блядь. То есть поняли, да? Ты стоишь, и мимо менты проезжают, и они на тебя агрятся. То есть, ну это ебаный пиздец, как бы. Так, давайте я куда-нибудь поставлю. Типа такого, шуба. Попытаться опять прокатиться по-быстрому. Не помню, где звезды были, типа тачка, если звезданутая, да, но она топовая, поэтому она, наверное, звезданутая. Но я точно не помню, раньше, по-моему, звезды были, сейчас звезд просто не вижу. Если тачка топовая, то на нее агрятся менты. А вот если тачка попроще, то мне, по-моему, меньше. Ну, я точно не знаю эту физику, я точно помню, что всегда, когда у меня менты, я от них, блядь, по полчаса уезжал, не мог поехать. И потом, я забыл вначале, я в нее давно еще играл, потом долго не играл, забыл, что он... Просто в убежище въезжаешь и все, короче, страдания прекращаются. Вот. Ебанутый. Но все она приятная, приятно вот играть. Тем более для 13-го года. Ладно, сейчас там. Ладно, 19-й год. Бля, 6 лет прошло. Я ее все равно сейчас считаю эту игру относительно не старой. Пиздец, 6 лет прошло. Ебаный в рот, бля. Пиздец, да? Время летит нахуй. Так, Арине Шпак уже 19 лет, нахуй. Короче. Я считаю эту игру относительно свежей, хотя, блядь, 6 лет старей уже ебаный. Уже кому из вас сейчас 18 лет, было 12 лет, куда она ушла. Короче, все равно она такая приятненько покататься. Ну, да, сейчас что-то есть получше там. Need for Speed от 15 мне сильно понравился. Но там нету дня, да, это минус. Ну, она так там тюнинг, все пиздато. Форца, это понятно вообще, блядь, это рай нахуй. Ну, единственное, что, как я в миллион раз сказал, физика там не очень приятно для правда. Здесь вот прям ты летишь как будто. И при этом это, ну, аркадная, но не такая, что прям бывает вот сверхаркадная, все равно как-то ощущается что-то, да. Это самый приятный режим, как бы. Ну вот что, это пизда опять на него, что ли, сагрилась. Или она на того дурачка сагрилась. Понятно. Наверное, на меня, блядь, на кого еще. Вот, поэтому... Эта тачка, да, но вот она валит так. Но здесь тюнинга нету, поэтому она по стоку валит, как бы. Довольно-таки быстро. Потому что здесь, например, есть BMW M3, который, конечно, раз слабее. Здесь вообще тачек много, они растут в характеристиках, да, где там Audi R8, которая быстрее, чем, например, BMW M3, но, блядь, медленнее, чем эта хуйня. Ну, игра так, в принципе, скучненькая, на самом деле. Чисто за счет того, что приятный, графон весьма приятный, да. Я ее и прошел, вот. Ну и традиция. Но для 13-го года реально графон был
Ну, понятно, там, блядь, я уже говорил в предыдущем видео, что не проспите никогда. Вот большая трасса, кстати, широкая, да, широкая, быстрая. Блядь. А, что не проспите никогда не было передовой графики. Но она иногда бывало, что она приличная на момент выхода, а иногда бывало, что она на момент выхода хуёвая. Вот. Ну, чаще приличная была. Ну, сложно, тут сложно, блядь, говорить, приличная, неприличная, блядь. Она никогда не была супер крутой. Форца, она, блядь, более приличная, мне кажется. Ну, понятно, сейчас Форца 3 уже подустарела, да, подустала, но все равно, блядь. Ну, и по сравнению с этим, она гораздо лучше Форца, да, миллионы. Ну, вообще, говорил, почему вообще, в принципе, Форца лучше, да, чем Need for Speed, ну, и чем это Need for Speed, тем более, потому что это Need for Speed совсем уж старая. Вот, ну, приятно, вот, приятно, знаете, вот, я еду 326, да, 330, нахуй, пиздец, приятно, 340, нахуй, приятно, ебать. Приятно, еще бы 4К ёбнуть сейчас за кадром. Ну, у меня, кстати, когда 4К ёбнула, она у меня опять клава выключалась. Реально, блядь. Вот я думал, если он файл настроек трогает, то отключалась клава. Но я изменил управление, и все работает. А вот если разрешение... И я, кстати, настройки графики тоже увеличивал, но не разрешение, и все, она нормально. Клава не отключалась. А когда разрешение меняешь, клава отключается. Посмотреть, сколько она в 4К. Она тоже должна 60 FPS выдать. У меня даже Project Cars 4К выдавал, блядь, 70-80 FPS. Удивительно, но так было. А это, по идее, еще хуже. Хотя Project Cars, он первый был. Он, по идее, раньше вышел, но там графон. Ну, сложно сказать, где лучше, где хуже, блядь. Ну, приятно так. Вот, блядь, Форд с такого не, чтобы вот так. Там вообще таких дорог, во-первых, нету, да, ебать. Это я уже говорил, там, блядь, двускатная. Во-вторых, там тачка, она не едет, она, блядь, утюг ебаный, да? Вот, ну, как бы, да, графон, набор тачек, это все, я ничего не говорю, охуенно. Но в остальном, как бы, вот такая вот тема. Ну, вот, разъебал тачку, тут же охуенные повреждения. На 300 въебался в отбойник, и, блядь, капот немножко шататься начал. Так и в реале так же было, да, как? Приятно, да, видите, вот все на 330 летит. Ну, ебался ты там на 300, блядь, в отбойник. Хуйня, блядь. Опять 345 он едет, блядь, спокойненько. Как 60, блядь. Ну, Китвин так не сможет, блядь, 345 ебашить. Ну, это купил гарды ламбы, уже, блядь, сломался. Опять он едет, блядь, в отбойник ебал дальше, едет 345, блядь, и все. Про сервис еду, блядь. Пошить сиденье, блядь. Замшили. Ну все, на этом я, пожалуй, такой мини-обзорчик закончу, да, вообще этой игры, этой тачки, ситуации в мире и того, блядь, почему клавиатура в этой игре, блядь, не работает. Все проблемы на местах. Пакет, блядь, лайк на трансляцию.